В частности, учреждение здравоохранения. Город по праву может ими гордиться, ведь в рамках подготовки к Олимпиаде на курорте была проведена глобальная модернизация этой сферы. Так, городскую поликлинику номер один посетила заместитель председателя правительства Ольга Голодец. Капитально отремонтированное здание сегодня оснащено всем необходимым оборудованием для диагностики заболеваний. Поликлиника рассчитана на 520 посещений в смену. За ней закреплено 38 тысяч человек. Это жители центрального района. Ольге Голодец показали лабораторию, кабинеты врачей общей практики, а также ноу-хау сочинской медицины, кабинет по выдаче электронных рецептов. Этот сервис, по словам медиков, удобен тем пациентам, которые получают льготные лекарства. Пилотный проект скоро опробуют и в других поликлиниках города. Весь процесс отлажен, технологичен. Мы видим, что есть электронная запись больного на прием, что все кабинеты работают отлично, что есть необходимое оборудование, квалифицированные доктора, которые получают хорошую зарплату. Также Ольге Голодец показали результаты анкетирования, которое проводили волонтеры среди пациентов поликлиники. Сочинцы оценивали работу медиков по пятибалльной системе. Врачи и медицинские сестры получили 4,5 балла. Вице-премьер с народной оценкой согласилась.